что ждет вот на двух углубленных встречах? Для чего участникам вы рекомендуете пойти на передачи коллективных встреч и передачи групповых встреч? Вот про две встречи, Ренат, спросите, 20-го, 25-го, которые будут. Почему человеку необходимо пойти, что он там получит и, ну, скажем так, кому рекомендует Джин быть на этих двух встречах? Или достаточно только сегодняшней одной встречи? Okay. Джин, Наталья is asking the traditional questions. How would you describe or what, how would you advise people regarding the session on the 20th and on 25th? The group session and the collective session. What people going to receive, what people going would be able to achieve after those sessions, for whom would you recommend them? The three sessions are a bit like a package together. Эти три сессии, они словно как бы единый набор. Of course, this one also is beneficial if you were able to just attend today. И если вы смогли только сегодня поучаствовать в нашей группе встреч, то это тоже очень полезная встреча. The one on the 20th is how we interact with groups. So groups definitely have an influence on us, particularly not just how we physically interact, but also on this thought form level. Встреча 20 числа, она скорее посвящена нашему взаимодействию с группами, как они влияют на нас. Это не только, конечно же, физическое взаимодействие, как вот эти групповые мыслеформы взаимодействуют с нами. So we'll be discussing those processes. So we'll be discussing those processes of working with the group mind, what's known as the egregore. И мы будем обсуждать и работать с этим групповым процессом, который называют эгрегор, взаимодействие с ним. And how to keep our clarity and independence of thought in relationships to groups. И как сохранять нашу ясность мышления и независимость мышления относительно групповых процессов. The meditation will be focused on the heart center. The heart center is also needed for increased clairvoyance. И мы будем фокусироваться во время медитации на сердечном центре, потому что сердечный центр необходим для развития таких способностей и возможностей, как ясновидение, ясновосприятие. The third session on the 25th, yeah, is working more now on the collective level. Третья встреча, которая будет происходить 25 числа, она будет посвящена работе на коллективном уровне. So we as a planet are also affected as humanity by certain energies and forces. Как человечество на планете, мы тоже подвергаемся влиянию определенных сил и определенных структур. So this session and transmission will help us to become sensitive to these inner forces that affect us as a planet and also as a species or as humanity. И эта сессия поможет нам больше ощущать, как бы понимать подобные влияния, которые оказываются на нас как на составную часть планеты и на нас как на обитателей этой планеты. And this may be relevant now because of all the different activities going on the planet. И, возможно, это весьма важно сейчас, когда столько разных вещей происходит на планете. Yeah. Thank you. Спасибо. Спасибо, Джин, за комментарии. Действительно, я считаю, что это очень серьезное дело, и мы приглашаем по максимуму все желающих присоединиться к углубленным встречам.
Ссылка у нас, у вас в чате уже есть, поэтому можете проходить и оформлять заказ.